На конкурс дети читают стихи для лабиринта. Здравствуйте, меня зовут Кира Маршалкина. Я учусь во втором Б-классе. Я живу в городе Барнаул. Я хочу прочитать стихотворение Сергея Михалкова. В снегу стояла елочка. В снегу стояла елочка, зелененькая челочка, смолистая, здоровая, полутораметровая. Произошло событие. В один из зимних дней лесник решил срубить ее. Так показалось ей. Она была замечена, была окружена, и только поздно вечером пришла в себя она. Какое чувство странное, исчез куда-то страх. Фонарики стеклянные горят в ее ветвях, сверкают украшения, какой нарядный вид. При этом, без сомнения, она в лесу стоит, не срубленная, целая, красивая и крепка. Кто спас, кто разодел ее? Сынишка лесника.